veces. По разу, по два максимум. Что делаем? На синхрон начинаете, по разу, по два. Откуда? С метра. Куда идти? Вот, глаза на край. Томик. Опять колено опускаешься назад его. На край. Летчик, космонавт. Куда пойдешь? Давай, давай. Сейчас в чем проблема? В чем проблема? Тебе голова впереди, на сколько? Вот. Раз. И на красный вот, смотри. Давай попробуем складочку сделать. Щучку вперед. Это то же самое, только вот в воздухе ты делаешь складку. Не группировку, а складку. Да, и наклоняешься вперед. Что, неплохо? Ты не старайся коснуть. Так, вот сюда. Раз, два. Ничего, молодец. Больно, Том. Молодец. Давай, солдатик, назад. А ты Василия не видел, блин? Где Вася, блин? Чего не торопишься? Как туда? Уже все прыгают, один из Вася будет. Это цена, я не прослушаю. Со мне бумагу надо будет написать, да, еще? Да там написано, да. Сейчас я первый день бежал. Сейчас спать пошли, да? Да. Вперед согнулся, все спать назад. Тонь как? Руки опускаем, молодец. Давай, козла, себя. Как дела? Ну что, нет. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.
Да тихо, 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 хорошо. Поставь на ноль трамплин. Да, что в другую сторону, Рус. На себя. Да, давай, давай. Руки в стороны, догоняй ноги. Ну, молодец, еще раз терял. Держи. Ты готов? Ну, ты в центре, не главное. Главное, что такое, что он сложная программа, не всегда показать. Чуть далековато почувствовал, тащил тебя. Я просто реально прыгаю, поэтому я буду. Ну что страшно, первый раз так нормально. Не первый раз. Мы же опытный боец. Два годика нам рановато. Чуть-чуть попозже. Два годика рановато. Я бы 3.5. Я же время идет. Хорошо. Нет. Молодцом, давай назад. Знаешь, у них прыжки сложнее, они не дергаются. А у тебя прыжочки легкие, они не дергаются. Да тихо, тихо, два раза, Вася, трус. Раз, два и пошел. Не надо так сильно раскачивать. Живот, колени выпрями. Живот тяни. Раз, два, круг. Круг делаешь и прыжок. А ты круг и назад. Я с удовольствием. Давай, Вася. Держи крепко группировку. Держи, 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 держи. Оп! Ты не подумай, Василий. Да, ну, вес остался. Какой? Что ты дергаешься? Теперь два раза качну спокойно, а потом дергаешься. Я, может быть, не стараюсь. Согласен, мы даже форму сделали. Команда хорошая. Приезжай к нам почаще. Ты лучше сейчас что к нам заходи. Будем рады видеть. Давай. Томи. Томи. Больно? Разогрей подушечку посильнее. Глаза чего не поднимает? Ты как в березку падаешь, так и остаешь. Глаза Свет! Саня, давай закончим, а? Иди сюда, это хрень! Полная, сюда! Ну давай, 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 посмелее. Плечи держи, круг и вверх прыжок. Ты не хочешь дальше? Конечно. Давай. Тут не забудь забрать, Вай. У вас ни индивидуала, ни лично не идет. Знаешь, сейчас напрыгивается и ерунду там делает.
Завтра попрыгаете метр спокойно в синхроне. С него и начнете, а дальше допрыгаете. У тебя верба, у тебя винты туда. Во-во-во! Молодец, теперь посмелее. Давай, глаза не забудь на вход поднять. Держи, 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 потихонечку. Оп! Давай, давай, по порядку. Хорошо. Под себя. Свалил он? Чуть-чуть. Ну, это ты глаза здесь поднял. Тебе не привычно. У тебя попа раз и согнулась. Поп не расслабляй, ты одна. Еще раз. Ну, давай еще раз. Давай, давай, давай. Молодец. Только мы вот не вот так делаем, а вот раз и сразу в то. Не надо молиться никому, сразу в то. Отжать. Живот держи, плечи прям над большим пальцем, над большим. Давай, Сань. Это не уверенно, раскачивай. Да не притереть надо, а кремом чуть-чуть помазать край трамплина. Саш, рано опять по винтам. Ой, заканчивай винты, рано начал. Да делай винт, как в зале, а потом что? Что вы делаете? Кремом, возьмите крем. Размазал ладони. И вот так. Томечка. Раз, два, круг. Давай, Вася. Да, только прямыми руками в круг мы делаем, держа плечи над трамплином. Не надо кривые руки. Ты меня не слышишь, что ли? Крем, возьми на ладошку. Ноги жирные у всех. Не-не, претензий не имею. Нет, остались глаза. Ты ровно сейчас вошел? Ну вот так. Ну вот сейчас соревнование закончится. На следующую тренировку в субботу. Приезжаем в Ферри. Щетку. Шланг нам нужен. Чего? 0,5? Молодец. Да. Винты доделывай до конца. Колено. Пятки. А что так все вальяжно, Саш? Чуть посильнее ногами. Винты делаешь немного в согнутом положении. Вот так. Пятки выпрями. И пошел винты где. Да. Давай. Подтягивай потихоньку. Держи, 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 держи. Оп. Ну, молодец. Давай на место. На метр, солдатик, колени, руки, пошире руки поставь, плечи над большим пальцем. Томи, что? Концов, трамплин, отталкивайся, делаешь вот это движение. А потом на входе опять вот сюда. Дай ломать, умный, солдатик. Назад, нет, иди спад назад, сиди в группировке. Вы сделали? Давай. Да. Ну, ты вот так тянешь. У тебя руки вот здесь, живот провален, и вот так ты летишь. Буква изю. Ближе на край. Сильно. Чуть-чуть назад, Рус. Сань, давай, тебя ждем.
глазами. Живот тяну, прыгай, прыгай. Раз, два, солдати. Все, отлично, летел в концовку, расслабил, у тебя дальше продукт. Просто супер. Вот это до сюда супер было. Дальше чуть расслабил, тебя завинтил. Вась, нос не держи вот здесь. Держи его ровно. Оп, сюда. Интересно. Тебе же сейчас ноги поднимать сюда. А у тебя нос внизу. Чё ты будешь поднимать? Как? Вот и я не знаю. Куда ты? Плечи над трамплином. Ребра убраны. Полный круг руками. Вот умница. Ты после схватки вот сюда открываешь. Чтобы чуть-чуть дотерпеть и ровно вертикаль уйти. А ты все время как бы вперед тянешь. Давай полтора. Группировка, да? Оп. Ну, красавчик. Вот теперь на трамплин выпрыгиваешь, группировку и спать назад. С ума сошел? С метра. Трех очень больно будет. Ну, давай еще назад. Томи, соберись, пожалуйста, а? Начинай прыгать. Руки пошире, колени. Как в зале, поднимаешь ноги вверх. Вверх! Да куда ты? Это под себя, а нам назад надо. Огонь! Немножко рановато, но удержал, настолько зажал, что отличный ход поставил. Сань, ну насколько вниз пошел? Пролетал. О! Ну ты чё ж? Стоишь ровно все. Раз, два. Голова как будто специально сюда идет. Так жаль, вот что. И потом открыть. Долго вылетал. Быстрее ноги. Хорошее начало. Уверенно открытие делаем. Да все хватает. Че, ноги расслабил, Саш? На входе вот так ноги. Держай. Сань, давай, наверное, вербах поедем. Шире руки.
Стас, наверх! Да куда ты ехал? Аверба! Ну, в обратном порядке. Потом по... Тебе колени на грудь надо забросить. Назад ноги. А ты к ногам. Живот. Вместе с руками голова на грудь. На грудь. Я лучше сейчас начал, но открылся вот сюда. Опять вот вперед. Чуть дотяни, ноги вверх, сделал склад хороший, а дальше у тебя и ноги открывают, и плечи. Тебе надо только плечи открывать, ноги держать животом, низом живота держать вот это, и низом живота держишь ноги, чтобы они у тебя не падали. Понимаешь, только плечи уходят, и глаза поднимаешь и ставишь отлично. Сначала нагрелся, да? Да, у тебя получается сразу. А тебе надо ноги оставить и только плечи поставить. Там или нет? Люди. Давай, Сань. Колено выше. Куда, блядь? Ну опять ты вот так делаешь, открыть. Классное начало, легкая крутка. Ну открытый вот сюда. Поднимай, ай. Что было? Ты думал, что тебе не хватит? Том, ты прям на трешку вышел. Руки где у нас? Руки в стороны. Таз вперед. За уши, таз наверх, наверх! Оп! Правильно, правильно, так не топораем. Ноги вот сюда, в потолок. Потом можно еще раз загнуть. Что ты выше не стоишь? Расслабляй. Двойное открытие. Раз, да, посмотрел, где ты видишь. А он далеко. Видел, что нормально, я спад. Давай дальше. Еще раз. Еще раз. Давай, давай, Саня, не будет прыгать. Таз держи. Руки за уши. Раз. Таз. Ой, блин. Ну, таз, ты слышишь? Чё ты его расслабил? Зажать его. Давай, Вась. Открыл вообще супер. Но прыгнул чуть вперед. Поднимай. Держи, подними пятки. Давай, давай. Тихонечко, давай, давай, давай. Оп. Вась, что такое, Василий? Вот что тебе надо сделать, Рус. Вот ты выпрыгнул, взял группировку. Вот такой ход. Василий.
Пугай меня. Что произошло? А, ты врезаешься в борде? Не хренается чем? Носом, что ли? Лбом? Нет, нам жена пакет. Томи. Тома, лодочка, где у нас? Тони. Опять ты через угол вот сюда и на живот пошел. Лодочку сделай, как мы с тобой старались. Класс? Попрошу, сука. Глаза снова поднять, вот самый последний пад. Блин, ты сделал охерительно. Тебе осталось поднять глаза. Тогда будет охерительно. Ну, молодец, посмелей, носки натягивай. Ну, видно, красный. Холодного ничего нет. Холодного нет ничего. Да, спуй меня! Сань, рано открылся. Поначалу ты просто почувствовался это легко, начал. И открылся чуть не вниз ногами. Чуточку бы попозже, было бы офигенно. Сейчас справился с отходом. Но прыжок был сам хуже, чуть-чуть, в плане того, что далековато. В целом смотрится. Давай. Плечи расслабь, выдох. Подбородок наоборот. Глаза открой. Ну нифига себе, открылся и ко мне лицом. Умничка, чуть-чуть назад упал. А классно открылся, ты это сделал в конце, немножко плечами ты дернул. Не надо, просто поспокойнее. Ты что творишь? Что творишь? Все, козла назад прыгай. Какого ты туда полез? Живот. Сань, ну для разминки хорош. Давай, что у нас? Назад. Молодец, Том, классно открылся. И чуть-чуть в самом конце, так дальше носками. Чуть-чуть накрыл. Поначалу умница, открытый носок. Через верх, колено. Вверх. Он тоже нет, чуть вперед. Сейчас полтора и два с половиной. Я понял. Тогда вот эти места вверх. Ты немножко вот эти места. Не подвинь сразу. Просто не слева. На
конечно, не слетет вид спорта, когда надо носиться вот так вот, блядь. За это возьму, за это возьму. Козел, вы сделали уже вперед и под себя. Сейчас у меня задача с тобой назад. Ты еще вот этот, ребят, точно. Не думай, а просто имитируй вот это движение. Раз, и они не подберут на ноги. А вот это просто все стрибаться, ну как тебе не видно. Должно быть, другой, не дай бог, там ударится. Долго, Вась, 2-3 раза, не больше. Сам все понял, да? Сам все понял. Вот здесь стоял, поднял руки, пошел назад. Вон тут, вот сюда делал, ну, и полетел туда, еще и открыл. Подхват снизу, подхват! Раз! Блядь, почему вот так? Блядь, ну почему вот так-то? Ну пошел вот сюда. Пошел охрененно. Еще расслабился в конце, Том. Легко, блин, все, высоко закончил. Не удержал. Самую капельку. Чем? А душ стоять не пробовали. Смысл поменяется. А что, мы все вместе выстрелили? Блин, меня тут завалили информацию просто. Вы все вместе не упрыгаетесь, да? Да, давай. Да, вы между прыжками спады делаете. Да, когда подойдет спад вперед, там Я сейчас рвану. Давай под себя, давай. Чуть под себя. Вот между вот этим можно спады делать. Вот спады можно. Видишь, какой трамплин крутит? Вася, видишь? Давай туда. Конечно, туда же отправляешь.
На грудь, тук! Ты открылся в сальто, ну хорошо, ты в углу остался, и до дела прыгнул. Конечно. Хорошо, у тебя пресс, говорю. Так бы бросил, был бы пиндос. Лен, ты молодец, как я выиграл. Вась, плечи над большим пальцем, круг и складка. Саш, а покажи в группировке спать, пожалуйста. Мальчик! Мальчик! Я забыл, что я не могу. Спады делай больше. Нет, откуда ты? Откуда? Откуда плывете? На что занятие идет, а вы купаетесь? Там только ножом сиганет. Мы-то вас не видим. Вот-вот-вот, молодец, только не ныряй сразу вниз. Вверх и складка туда. Оп, держать живот. Не, вы доплывайте сюда и вот так по бортику. Да. Не против. Вы плывете посередине. Почему? Вот до сюда доплываете вдоль бортика. Ничего страшного. Вот он спиной прыгает. И сразу бегу могут прыгать. Хорошо, буду здесь. Да, мы же, да мы... Не про, нам же не... Я понимаю, я вам и объяснил, а вы меня пустите. Молодец, Сань, надо было открыть. А ты так и остался. Ладно. Сейчас на соревнованиях сделаешь. Глаз вперед. Давай, Жень. Группировку бери. На край. На край. Сядь так, чтобы пятки висели. Да. Ага. Руки за ног. Да можно отсюда взять. Можно отсюда падать. Стас. Ага. На грудь. Ноги удержи, будешь молодцом. Нет, ты. Рус, ну посмелее, ноги вверх поднимай. Не будет столько попыток на разминку. 2-3 пошел.
Давай, Саня, попробуем. Руки вот отсюда и пошел вперед. Ты такой же на вход зажатый. Руки подними вверх. Полтора делаешь, а не два с пальцем. Можешь через левую. Я сказал, я куда ты открываешь? Вот до сюда руки довел и пошел вниз сразу. Сань, ты колено поднимай вверх, чтобы у тебя была возможность как со второго кача пройти. А ты просто пролетаешь вперед. Арбузом. Я думаю, что между запрыгами будет там минут 5. Рус, ноги в трамплин обратно открывай, вот сюда. Держи, 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 оп. Молодец, что стал держать. Немножко рановато открыл. Нет, он пролетел. Спад вперед, спад назад. Ну вот сюда иди, здесь нет никого. Спад вперед, стоя согнувшись. И спад назад, сидя в группировке. Нет, я ничего не стоя согнувшись. Давай, знаешь как, вот на вторую лестницу поднимайся. Что, проведемся соревнованиями? Да, ты как только взял, так и летел, еще открыл. What's the problem, my friend? Ты что завис-то? Три
балла. Да 3 балла. Держи, держи, держи. Оп. 3 балла. Охреневский, спад вперед на 3 делай. Глазами смотри на воду, тянись вперед. Начало. А ты р... Ты как бы дровосек, блядь, с топором, блядь. Тиранул туда, блядь. Кошмар. Ноги вот так. Здесь расслаблены. Давай, Саня. Можно дать? Назад. Потом пройдем по разу. Мы потом по разу все пройдем. По разу потом пройдем. Ты меня спрашиваешь. Молодой человек, тут тренировка идет. Ты вообще красавчик, все хорошо сделал. Отбой, давай, сидя, согнувшись, вот сюда, на трамплин. Молодец. Ален, вообще в шоу. И вот сюда. Ага. А теперь вылет, переходит в обращение. Давать горбушку обращение надо. Молодец. Тянул, 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 потом как раз. Давай, давай, Рын, смелее. Вот это спад делать, понял? Молодец, молодец, пойдет. И чего ты там? Саш, как мы на турнике ноги поднимаем? Как только голова подсадка, все. Саня, мы дальше, полтора под себя. Держи, ноги конечно. Лен, давай с каменной вышки, чтобы друг друга не ждать. Я Женьку больно, колен напугал, Жень, а? Колен напугал. Ты же эти парочки составляешь. Скажу, один пас. Два, один пас. Тихо, 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 спокойно. Ты трамплин пожёстче поставил? Не знаю сколько, 4 года. Плюхнулся.
Вот так 6,5, 7. Может чуть побольше. Давай назад под 7 бутеров. Ты что, показалось, что у тебя плечи впереди, ты близко к спину? Даже раскачка неудобно. Ты гимнастопом работаешь, а ты всем чем угодно. Ты чуть. С ума сошел. Раз в неделю хули. 6 баллов. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Потерпи. Молодец, красиво. Ну только ты не забывай глаза. Ну что? Погрейся 5 минут. И начинаем. Спад вперед. Спад назад. Щуку под себя, щуку назад. 5 минуточек, отдохни там что-нибудь. Посиди, подумай. А что ты боишься? Тас. Давай, Сань. Блин, не видел. Ну и отлично знаешь. Сань, да встань уверенно. Таз, живот, колени. Кошмарик. Трясет все. Все, Сань, погреться. И на сегодня хватит. Не надо. Отдыхай. Как говорится, перед смертью не надышишься. Да твою мать, ты скажи, когда ты прыгаешь. Или мы рукой махни. Иди сделай. Молодец. Чуть-чуть. Все, загорай. Василий, поехали. Спад вперед. Зачем ты ноги сгибаешь? Может, бутеров тогда так делаешь? Да, руки в стороны. Стороны руки. Полный круг да. Делать, подхват снизу. С собой. Да, оставляй на сегодня. Давай, иди там сейчас, пятерочку сделай спад вперед. Блин, я как раз не думал, что я так же.
пока скоро не сделал. А здесь сзади спина, прям вдоль стенки, да, вертикально, а вот руки ногами. Я прыгал, и что-то прям фигашко. На старт приглашается Александр Ребьяков. Все, умничка, умничка. Остается. 403Б. Да, да. Алло. И все, подожди, Вась, подожди сейчас. Семь, шесть с половиной. Александр Ребьяков, 2,5 вперед, согнувшись. Нет, по-разному с тобой договариваемся. Давай больше группировочку, ты точно не дергай. Ну давай дальше, Вербах. Получил бы 8. Все, щупу под себя давай. Вопрос талант. Ну конечно, и я талант. 5 баллов, Сай. Нос убрал и пошел вниз туда. Скорость хорошая. 203Б. Томи, тебе подушку? Давай. Томи, 405Б. Это будет лучший кадр.